Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в Very Little Nightmares. Это игра, официальная игра от разработчиков Little Nightmares, которая вышла, оказывается, еще год назад, или даже уже два года назад. Я о ней не знал, это мобильная игра, очень маленькие кошмары. И мы играем за шестую здесь, и эта часть, она каким-то образом дополняет первую часть ее DLC. Сейчас мы узнаем, что нового тут раскроется. Тут, наверное, будут новые персонажи. Тут немножко по-другому вид камеры устроен. Здесь все будет с видом сверху. Короче, вы сейчас все увидите. Я очень жажду поиграть в это. Вообще, Little Nightmares оставил во мне просто неизгладимые, простите, впечатления. Язык заплетается. Так, стоп, хорошо. Это прекрасная игра. Вот мы видим шестую, которая уже от кого-то прячется. Смотри, какой интересный вид у этой игры. Very Little Nightmares. Стоп. А, это был некий тизер. Мы проснулись. Я так и знал. Вот что мне все время был вопрос. Я просто анализировал сюжет первых двух частей, и первый, второй, и DLC вместе взятые. И мне казалось, что есть какой-то пробел между первой частью и второй. Ну, если их переставить, мы же понимаем, что вторая часть — это приквел. Вот нету вот чего-то посередине между второй и первой, грубо говоря. Ну, вы поняли. И теперь мы, походу, узнаем, как шестая попала на корабль. На воздушном шарике. Хорошо, вот так мы можем ее по клеточкам перемещать. Касайтесь подсвеченных объектов, чтобы взаимодействовать. Касаюсь. О, блин. Аккуратнее, Номы. Что-то все в белой краске какой-то. Что это? А, здесь птицы были, да? Это голубиный помет. Голуби. И правда. Огромные голуби. О! Они размером с девочку. Хорошо, тут все будет ломаться, я уже понял. Сюда мы не пойдем. А, нет, стоп, нас обманули. А может она бежать? Может бежать. Атмосферно-то как, а? Кстати, у кого есть телефон, у всех, то бишь, скачайте комикс Little Nightmares, тоже от разработчиков. Они сделали, они, блин, реализовали штуку, которую я делаю с комиксом Game Hunters. Сделали интерактивную читалку, где комикс, ну там еще прикольнее, правда. Ой, блин. Это что такое, сюрприз какой-то? Ну там еще круче реализовано. Ну, естественно, все делают все круче, чем я. Ну, короче, там очень прикольно реализовано. Вот тоже музыка адаптируемая под то, что ты читаешь. Ну, прям почитайте, вам понравится. О, нет, 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 нет. Я ж побежал. Вставай. Коснитесь дважды, чтобы бежать. Это я понял. Все, да беги. Я же нажал. В общем, здесь игра будет так же устроена, я понял. Накосячь, и потом научись чему-то. Все, побежала. Наконец-то. Это кто скидывает, Номы? Здесь ничего нету. Это не уверен, что это тот самый корабль. Как ее называют? Утроба. Возможно, это что-то другое. Потому что тут все деревянное, в отличие от корабля. Ага. Мне кажется, нам нужно просто вот эти вот доски убрать и все. И тут моторчик сверху. Вряд ли как-то нам нужен. Я так смотрел, эта игра где-то примерно часа на полтора, на два. То есть, я думаю, выпуска 2-3 мы с ней сделаем. Стоп, давайте сюда пойдем. Оу. А разве не убежал? Вот здесь. Как он смог спуститься? Или мне показалось, что он сюда ушел? Так, а спрыгнуть можешь? Нет. А, все, я понял, что ты мучишь.
И причем, смотрите, она не ищет маршрут сразу. То есть, допустим, нажмешь сюда, она не будет искать. Надо сначала нажать на решетку, спуститься ей, и только потом уже можно идти. Стоп, назад. Что за палка? А для чего? То ли мы можем потом по этой палке спуститься вниз, вот в ту кишочку, ну не знаю. Так, фонарь мы не можем задействовать. Они уже все подсвеченные, кстати говоря, зажженные. Вон та дверь с глазом. Так, ну ладно, сюда не нужно лезть, бессмысленно. Все, я понял. Здесь нам ловить нечего. В общем, я так понимаю, тут будут такие вот комнаты состоять из похожих пазлов, где нам нужно будет что-то сделать, как-то пройти. Мне интересно, будут ли здесь прям враги, которые... Так, может, да, все, можем спустить. Что? Окей. Вы будете заставлять меня гонять туда-сюда. Нет, неправильно сделал. Я имею в виду враги, которые будут прям двигаться, гоняться за тобой. Блин, ну прикольно, что, знаете, это чистая игра, вот, посидеть в туалете, поиграть. Ну или путешествие. Но поскольку я рулю, как правило, машину, мне нет времени играть, нету рук лишних играть. Смотрите, кто это? Слышите звук? На коляске? Окей, у нас здесь есть какой-то чел. Это какой-то босс. Кто здесь? Нам нужно освободить этого мальчика или девочку, не знаю, кто это. Ой, только бы он не заметил. Мы освободим, как только мы найдем ключ. Вон он! Я же понимаю, что сейчас будет бу-бум, да, сильный. Мы не можем даже сюда залезть. Нам нужно через крышу, наверное. Или как? Это дверь? Все гораздо проще оказалось. Опа! Да ладно! Кто это? Посмотрите на него! Он прям как Дед Камазей из Унесенных Призраков. Унесенных Призраками, простите. Кто смотрел? На самом деле, вся первая часть Little Nightmares это прям вот отсылка к Унесенным Призраками. Потрясающая работа Хаяо Миядзаки. Наверное, одна из лучших его работ. Кто ты? Кто ты такой? У него шарфик и шапка, как будто бы он из каких-то зимних... Вот чего не было. Не было зимних локаций еще в Little Nightmares. Я уверен, что должна быть какая-то третья часть, которая свяжет все две части воедино. Вот, кто ты такой, друг мой? Ну ладно, я тебе помогу. Почему ты не хочешь со мной дружить? Эта игра пропитана одиночеством, даже когда ты бегаешь с кем-то. Ном. Я так понимаю, нам нужно бежать. Бежать. Шапка. Он оставил шапку свою?
И спрыгнул. Он все вещи снял. Вот шарф его. Так, я понял, что надо делать. Стоп. Не зря здесь вот этот выступ, на который можно забежать. Все, стоп, 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 стоп. Давай, делай это. И побежала. Давай. Хорош. Почему мы не можем просто прыгнуть за ним? Либо он суициднулся и все. Ага. Ладно, это потом, видимо, нам нужно будет. Не знаю, зачем с этой стороны рычаг. А, нет, все правильно. Нам нужно его прямо сейчас сюда притащить, этот вагончик. Да-да-да-да-да-да-да. И в кишочку. А мне не нравится эта музыка. О, нет, 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 тихо. А, меня отвлекла эта девочка, я думал, она живая. Да чего здесь крутая музыка? Окей. Прекрасная музыка. Так, стоим, ждем. Бежали, бежали. Оп. Бедные дети. Смотрите, ну, нам нужно наверх здесь. А может быть, и надо было еще и вперед пройти. Вдруг там тоже что-то полезное. Номы! Ага. Так, что это? Что это значит? Знаете, такая музыка вроде бы из Little Nightmares, но не отсюда. У них другой немножко стиль музыки был. В этой больше мелодичности, что ли? Опа, смотрим. Мне не хватает сил. Нужен кто-то. Воу. Лом? Не понимаю, что нужно. Хорошо, получается, эту штуку больше не опустить. Теперь нам самим надо вниз. А лом мы больше не можем взять? Он нам не нужен, да, ни для чего? Смотрите, с какой скоростью этот глаз двигается. Вы что, офигели? Раз, два, побежали. Раз, два, побежали. А! О, нет. О, нет. Надеюсь, не с самого начала надо. Нет. Ломик уже на месте. Хорошо. Вперед. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет, 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 нет. Раз, два. Тут надо было немножечко задеть его луч. Хорошо, этот более медленный. Или менее быстрый. Куда ты побежала? А, она выбирает не тот путь, который мне нужен. Сейчас, сейчас будет все хорошо. А, он здесь тоже меня замечает. Что-то я думал, что луч немножко подальше от стены идет. Ну ладно. Стоп, еще раз ждем. Луч не торопится.
Идеально. Валим. Погодь, нам надо постоять там как следует. Окей. Уходим. Мне кажется, я могу и здесь стоять. Да. Еще чуть-чуть. Куда ты? Не туда нажал. Простите. Заново, да? О-о-о. Зачем нам нужно спускать его? Я так и не понял, куда мы хотим в итоге добраться. Раз, два, три, четыре. Пять. До пяти можно досчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Куда ты? Куда ты? Куда ты? А-а-а. Ладно. Просто трудно нажать прямо конкретно вот на эту штучку, и ты нажимаешь залезть. И она залезает. И кто ее просит? Никто. Только мои кривые пальцы. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все, мы это сделали. А как теперь? А, все, я понял. Мы должны вернуться обратно. Так, вот здесь опасно, пипец. Нет, успел. Прям вот миллиметр. О, какой я везучий человек. Главное сейчас не наступить, да, на кнопочку. Вот так. И вот здесь надо очень аккуратно все провернуть. Не задень меня. Уходим. Есть! Что это за место такое? Вон этот уродец. Так, куда мне... А, сюда. А что он поливает? Он просто полы моет? А куда... Этот шланг, что тянется из... А, это, нет, это не шланг, это локоток у него. Такой он прикольный. Что? Соль? Это соль? Нажимай, нажимай. А, не, мы не можем нажать, нам нужно вот сюда. Сейчас, 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 сейчас. Здесь мы, конечно же, не можем пройти, да? А, нет, можем. Нам нужно это... Ты чего? Блин. Как-то надо его обхитрить. Эта лопата здесь не при чем, да? Ну-ка, а может быть мы можем отсюда достать? Нет, или вот эту кнопочку? Нет. Ну-ка, давайте попробуем отогнать прямо на лестнице его. Он прям по углам бежит, да? Да, строго по углам. По идее, сейчас мы можем спокойно его... А!
Секундочку. Блин, а может быть в другую сторону его, в этот, вот в нижний угол отогнать его? Сейчас попробуем еще разок. А, чмарина! Я знал, что это ты. Фух. Ну что, крутим? Идем прямо в лапы к этому деду Камазею. Ладненько, знаете что, давайте на сегодня остановимся, продолжим в следующий раз. Если вам понравилась эта игра, вы хотите, чтобы я прошел ее до конца, я думаю, вы захотите, потому что Little Nightmares это особая игра для нас. И мне очень хочется, чтобы эта часть, маленькая мобильная версия, дополнила нашу вселенную. Вселенную Little Nightmares для нас. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. Не забывайте про все мои соцсети, ссылки на которые будут в описании. Ну а с вами был Юджин. И всем пять!